В рамках подготовки к курортному сезону 2016 года нами начаты масштабные работы по благоустройству города. Ну, в частности, на сегодняшний день ведутся работы по улице Крымская, это покраска дорожного бордюрного камня. Сегодня ночью будет нанесена дорожная разметка по улицам Гребенская, Крымская, Владимирская, Краснодарская, Северная и Красноармейская. Также начаты работы по ямочному ремонту городских дорог. Ведутся работы по покраске опор освещения в районе набережной. Идет начат ремонт урн и лавочек по территории всего города. Ну и систематически, естественно, у нас ведутся работы по озеленению, высадке цветов.